Full Body – это тренировка на развитие общей физической подготовки. Мы развиваем здесь выносливость как общую, а это значит нашу возможность долгое время не уставать и выдерживать длительные серф-сессии, несмотря на усталость, не терять контроль и координацию, а также скоростно-силовую выносливость, позволяющую ускориться в случае необходимости быстро добраться до волны. Также вы создаете здесь крутое тело серфера, сильное, функциональное, красивое и готовое к любым волнам. В качестве крутого бонуса вы увеличиваете скорость метаболизма, сжигаете лишние килограммы, прицельно прорабатываете и доводите до совершенства все мышцы вашего тела, уменьшаете объемы, укрепляете уже имеющийся мышечный потенциал, создаете красивый спортивный силуэт и за короткое время приводите себя в форму. Разминка. Любая тренировка начинается с разминки. Это самое важное правило для любых тренировок. Это основа безопасности, и пренебрегать этим нельзя ни в коем случае. Интенсивность и время разминки может меняться в зависимости от типа тренировки, но конкретно в этой тренировке наша разминка состоит из двух частей. Первая – это суставная гимнастика. Все то, что увеличивает мобильность суставов, позвоночника, эластичность мышц и связок. Как правило, мы используем элементы суставной гимнастики, миофасциальный релиз, динамический стрейчинг. После этого кардиочасть, где мы повышаем частоту сердечных сокращений, разогреваем сердечно-сосудистую и дыхательную систему, а также активизируем центральную нервную систему. Далее, после разминки основная часть, которая состоит из упражнений на все крупные группы мышц. Как правило, мы работаем в круговом режиме, в зависимости от цели тренировки наши интервалы могут быть короткими, но суперинтенсивными, с пиками пульса 75-80-85% от максимального ЧСС, так и длинными до 1,5 минут на пульсе 65-75%. И в конце обязательно заминка, снижаем пульс, снижаем интенсивность, делаем статический и реже динамичный стрейчинг. Это позволит нам быстро восстановиться после тренировки и, собственно, расслабиться.